Тот самый War Thunder, тот самый военный экшен, в котором можно пройти путь танкиста или летчика, начиная с классической дедовской техники и заканчивая современными танками, самолетами, вертолетами и крейсерами. Качай бесплатно игрулю по ссылочке в описании и получай бонусы. Расчёчка. Ну-ка поправим свою чёлочку. Где она у меня там? Это чё, чьи-то анализы? А, это гель для волос. О, отличное утро, сосок еще какой-то. Ой, бля, так вот почему я челку не нашел. Ее у меня нету. А нету, наверное, потому что я гель для волос по утрам пью. О, это когда приехал на море и когда уехал. Вот это аэродром, бля. Мне нравится эта прическа. Так, с волосами разобрались, давайте подберем бороду. О. Походу, выбор очевиден. Белиссимо, сеньори. Это что за бомба у меня тут? Что это? О! Это настройки. Это камера. Это ебучая камера. Короче, я разобрался. Смотри, когда я достаю камеру, вы видите то, что она показывает. А если я еще и синхронизацию с артом включу... То вообще как живой ёбана, а? Эй, ё, всем Сталина, это блогер Русович, и сегодня мы приехали на море! Как вам? Жирую, понимаю, сейчас я расставлю чемоданы с пилюлями и на пляж. Отсюда пахнет пидором. СОС! Бля, СОС! Экстренное включение, пацаны, я только что обнаружил что-то жуткое! У меня, бля, нет тела! У меня с собой 4 пары стрингов, как теперь на пляж выйти, пацаны? Нет тела, блядь! Ты что, ебанутый, что ты там делаешь? Этой мочи какая-то закуска. Ого. All inclusive, пацаны. Вкусно. На распаковку нет времени. Не важно, хочу ли я есть. Важно, что все это бесплатно. О, Пресвятая Благородица, бесплатная газировка, я хочу быть в тебе. За маму, за папу, за себя, за себя, за себя, за себя, за себя, за себя. Да. Так-то я только к чаю хотел что-то достать. Всё, пора завязывать. Ну ладно, от одного яблочка я не потолстею. Всем Сталина! Вот оно, наконец, море! Я 2 дня не ходил в туалет, пацаны, наконец я нормально пасу. Оу, да, я на море, оу, да. А ты не на море, оу, да, я на море. Сука, я обоссался. Эй-гей-гей-гей! Какая прикольная водичка. Здесь также можно мячик покидать. И лягушонком поплавать. Помогите! Суки! Чё? Я играю. Мне всего лишь 27 годиков. Я Моисей, повелитель морей! Купаюсь в слезах своих бывших блядей. Опа, рак-отшельник. Привет, Чара. Ты знаешь домашний адрес Спанч-Боба? Пацаны, тут одна бабка на меня очень странно смотрит. Походу, она никогда не видела блогера. Давайте покажем ей, что такое истинный видеоблогер. Это был пранк. Она попалась на пранк, ребята. Я снимаю социальные эксперименты. Это тоже был пранк, теперь вы попадете в видео. Поздравляю! Это тоже пранк. А это вообще макаронина. Так, значит, следите за кистью. Я сейчас буду рисовать, а вы пытайтесь отгадать, что я здесь вообще рисую. Так.
Ну, я начну с идеально ровного круга. О, как говном по кафелю. Идеальный же, да? Вот и завали ебало. Что же я рисую? Представьте, что это ваш мочевой пузырь, когда вы едите арбуз. Я уверен, вы уже думаете, что знаете, что это. Но нет. Я еще не закончил, а вы далеки от правды. Все. О, вот она. Пресвятая пицца. Обуенно. А что там надо было нарисовать? Я хочу хавать, это единственное, что я понял. Итак, друзья, мы в бургерной. Но самое интересное, что я не вижу ни одного бургера. Да, все-таки я должен себе сам бургер делать. То есть вы здесь тупо хуи пинаете, да? Окей. Немножко мяса, немножко мазика. Оп, закрыли. О, отличный полуобед. Давайте попробуем. О, меня аж зафризило. Ничего себе кусочек оттяпал. У меня так друзья кусочек откусить просят, сука. Это пустой пазл. Пузлемейкер. Сюда нужно фотку запихнуть. Сейчас мы это на изич устроим. Так, а что сфоткать? Отлично. Это будет самый сложный пазл в мире. Давай, малышка, нашинкуй мою фоточку. Так, ну чё, давайте попробуем решить этот пазл. Какая дебильная, сука, игра, ненавижу пазл. И тебя, и твою рожу. И сними уже эту конченую кепку. Книга с рецептами пирогов. Яичный пирог. Я горю желанием попробовать эту хуйню. Так, для этого нам понадобится яйцо. И все, одно яйцо. Ха, тогда я заебашу себе 2 царских пирога сейчас. Чё там, сразу в духовку? Изи. Пекись, моя сладость, пекись. Сколько ждать-то? Чё так долго, блядь? 3 секунды — это целая жизнь. Давай быстрее. Вкусно, потому что я испек. Сейчас я еще попить себе приготовлю под это дело. И все будет вообще шикарно. Впервые пью горячий яичный коктейль. Макнем-ка сюда яичный пирог. И коктейлем яичным зальем. О, прекрасно. Ух, ищите меня в параше. Доброго вам дня. Я смотрю, у вас тут красивые шарики мороженого. Опа, стаканчик. Я возьму шарик, окей? О, я могу несколько взять. Я тогда возьму парочку. Окей, я возьму себе совсем немного. Это все бесплатно, я правильно полагаю? Беру сколько хочу, типа как в Госдуме, да? Больше нельзя, ничего страшного, у меня с собой на такие случаи рюкзак есть. Ой, беда, место кончается, руки все тянутся. В себя, все в себя. Это все слишком бесплатно, чтобы пройти мимо. Ну все, пора дальше смотреть, что тут у вас есть. Спасибо за мороженку. Вы очень хуёвый бизнесмен, я вам скажу. Я б туда не прыгнул точно. Ням-ням. Это чё за лестница такая? Я хочу оттуда плюнуть. Треугольник. Не, где треугольники? Вот треугольник. Вот треугольник. Треугольники спиздили. Где треугольники? Я сорвался. Что это за детская поебень? Я хочу сюда забраться. Эй, чё молчишь? Думаешь, такой борзый в этих очках, да? А теперь без них кто ты? Воу, твою мать, ладно, ты крутой, все, я набрал говна, ты крутой, но только не с этой кепкой. Теперь ты чмой, все тебя будут чморить. Членосос. Привет, чё делаешь, смотришь видео, да, я вот наелся виртуально из этот выпуск, И очень не хочу тебя расстраивать, но ты присядь, если не сидишь, потому что следующая новость очень шокирующая. Дело в том, что выпуск закончился. Я понимаю, трудно принять эту мысль, но такова реальность, такова действительность. А, чё, все ушли уже? Всем позер? А,
Ну, пока здесь был грёбаный Мармок. Yeah.